Всем привет, Сайданты, и сегодня мы посмотрим Кастельванию World of Shadow 2. Рассказываю сразу предысторию, если кто знаком со вселенной Кастельвании World of Shadow. Главный герой Бельмунд. Отправился в так называемый ад, наверное, если не ошибаюсь. Потому что я уже не помню, как это место называется, в котором он тогда отправлялся. Ну, в общем, суть такова. Он испил кровь вампира, то есть до последней капли. Выпил у вампира всю кровь, чтобы отправиться... А, да, вроде в ад. И убить того, кто в этом аду обитал. Который... Существо, которое ломало печать. Хотело выбраться наружу и поработить все и все. Ну и наш главный герой, Ясен Пень, попёрся спасать мир. Из-за того, что он выпил кровь вампира, он стал вампиром. Плюс он еще забрал силу того демона. То есть он теперь, по сути, один из могущественных людей, если это можно так назвать. Добро пожаловать в Castlevania World of Shadow 2 туториал. Ходить левым стиком, крутить правым стиком, атаковать. Самое интересное, все равно атаки остались каким-то хлыстом. И прыжок. Все, мы изучили, теперь был да. Отлично. Ну и к нам вылились незваные гости. Время, кстати, если не ошибаюсь, это происходит во времена, ну, наше время, то есть в 21 веке. Steady, Lance. Такие, ё-моё, куда мы попали? God, да ну нафиг. Выпьем. I'm dying for a little drop of blood. У меня закончилась кровь, ваш сойдет. Так, знаю. Ну и конечно же, как история. Которая идет на консоли. Додж. А, надо. В общем, что додж, то так надо. Вот такую. Надо именно в момент. А, всю я. Вернуться, господи. А я никак не допру. А ну иди сюда. Я с вами еще не раз... Да, надо что обучать, водить за ручку, как... Сюда иди! Ай, не бей. Может так быть. Ну что? Что я обед. Все. Хорошо, побед. Ну тут еще обед. Есть.
Обед! Ем... Обед вернись. А, умри, дьявол, чё? Я не дьявол. Я сатана. Обед! Всё, побед. О! Ужин! Ушёл. Теперь можно поужинать. Используйте ваш... Здрасте. Вот теперь. А, ну это мне напоминает светлую и темную магию. Костылевые его души. Просто. Тут она по сути бесконечная. Не надо. Не надо. Обед. Все, пообедали. Да вот. Щитом. О! А это, знать, мой пропущенный завтрак. Так, еще. А, это. Ну что, да, теперь перчатки. Это ярость. А чё они меня всё дьявол называют? Ладно. Так, ну теперь мы должны использовать то и то. Попереключайтесь между тем и тем. Чтоб пробивать щит. Оп. Опа. Станьте хп, спутники тут. Дай! Кто тебе разрешал меня? Нет! Какой... Я против того, чтобы мне... А чё? Используй свой меч. Да я сейчас как использую? Ну, суть. Сейчас ты меня... Познаешь. А мой меч... Вкус твоего... Твоей... Да ты... Не бить... Не... Хватит мне бить. Чё, обрубил меня как... Тронуть, а? Всё, ты иди сюда, обед. О, парень. Да. А это некрасиво, надо убрать. Мой дом. Тут какой-то барана привезли. Ну вот. Разрушили мы его, а. Вот кто за ремонт будет платить, а? Вот кто будет платить за ремонт? А, нет. Вроде бы не в наше время происходит событие Костылевания Вообще 2. Или в наше. Я забыл. Вроде бы в наше. Так, я... Так, я забыл там... Когда... Ладно, в общем. А, во. Спали. Что? А, ну да. Я сделал одну плохую вещь. Я забыл выйти из Стима, как всегда. Надо выйти из Стима. А то он мне не даст сделать хорошие вещи. Так, значит, ты... А, чё, я уйти... Да вообще он у нас акробат. Фильм. Давай акробат. Эку куда давай? Куда давай?
общем, при помощи ульти мы видим места такие подсвеченные, по которым мы можем лазить. Плюс еще оно же нам оно блокирует солнечный свет, убедительно для вампира. Но тут нифига не купить свет, а он. Кто-то уничтожает замок. Вы офигели, полученный замок. Вы понимаете, сколько он стоит, а? Кто голема оживил, а? Я не разрешал. Ангелов я тоже не вызывал. God is with me, monster. That will be your ruin. Уйди. Да я все равно не могу. Ой. Не надо, может договорить. Ой. Все, бог тебе свидетель. Бог мне свидетель, едь. Куда ушел? Вернись. А ну иди. На тебя помордит твоей наглой. Я тебя впечатаю в стену. Если кто против будет, это, наверное, прям потому что ей тебя отскребать от него. Дай. Ты чё? А ну сюда, я тебе мужу сюда не делаю. Иди сюда. Ай, не надо. Ну все, теперь ну тебе в задницу. Я тебе не разрешу метро. Ты где? Вот. Ну все, я иди сюда, иди. О! Кто разрешал хаосу прерывать наш бой? А ну иди. А теперь на хаосе будем драться? А нет, на руке хаоса теперь. Иди сюда, друзья. I believe I can fly. Так я ищу. Самое интересное, что кого в этот момент предали. Хотя они медленные и неповоротливые. Опять бомжи, да? Ай, надо. Мама, ёпка. Пока. А где? Сюда иди. Сюда иди. О! Слышь ты! Иди сюда. Хватит голему приказывать, чтобы бил чехлей. А, голем, иди сюда, иди, как хотите. А, опять? А чё сюда? Не надо мне дьявол называть. Это не совсем. Вашу сущ особенно... Smash him against the castle! Oops! Не надо! Не надо расстраиваться! Я же из него впереди! Так, да!
уже рушит мой замок. Он только что, его только что починили. Точнее, только что реконструировали. Что-то мне не нравится. Покажу. О! Все пошел. Не надо. Пока. Осталось еще два клима. Да иди. Оп! Есть, одно клеймо осталось. Молодец. Так, я пополз. О! Осталось всего лишь какая-то запчасть. Оп. Ну что, смотреть будешь? Нет, не хочешь, ну ладно. Я так-то пополз. О! А суд не знаю. Я тут. Туда. Да куда? Куда? Спасибо. Не надо. Я против. Ой. Ай, не надо. Упс. Шманешь туда? Упс. Слабо сюда? Пока. Ой, один. Ой. Ай. Не надо. А куда мне надо? Ой. До свидания. Надо расстраиваться, вся жизнь впереди, зараза. Думаю, нажму сейчас на кнопочку. Блин! Так. Оп. Давай, блин! Я не могу выждать момент. Лезу. Да не нужно. Дальше. Ладно, сейчас. Сейчас попробую. Не надо. Ну ты ж сам умер. Сай, попайте, больно. О, бега. Я туда. О, три клима. Я понял. Ну чё, свободен туда ж? А, нет. Ой. А это не топ. А, мне всё равно. Молодец. На, дай. Ну чё, свободе? Вроде. Ответы-ка моего меча святого. Вот. Есть. Напоминаю, это не прохождение. Так, вы...
подряд. Первый раз. Ну это у меня адский свет. На игру. Так. Давай, давай, поднимай. Во! О, я ему сейчас руку оторвать. Я-то надеялся. Сейчас ему руку оторвать. Упс. Упс. Ну чё, я думал, что тут поможет. Ой, господи. Да, теперь мне надо будет каждый раз ждать момент. Да. У меня нет, кстати, кто-то больше. Да блин. Наверное, тем, что точно так же. Всю игру лазишь, блин. Я показываю, вот. И на. Делай что-нибудь с этим. И ты делаешь, блин. Давай. Найди какую-нибудь хрень непонятную и. Ой. Есть! Так, беги. Всё. Я вас убиваю. Иди сюда. Я тебя с... Ладно, я... Дельный момент, я убью. Есть. Давай теперь сюда шмаляй, а то... Вот видите, вот... А, это то есть алкохлебальник этого, что ли? Господи, я так... А я-то запереть не могу, это... Смотри, что-то знакомое. Смотри, что-то знакомое. Это, оказывается, фейсер. Есть. И, ну чё, готовься. Я тебе сейчас могу... Раскрывать. Уничтожать. Ай, 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 не надо меня бить. Подумаешь, я вас убиваю. Я ж любя. А вы меня нифига не любя. Я тебя жрать. Да я понял, дай мне добить их. Дайте мне их добить вначале. А то видите, они не мешают. Это называется во всех играх, во многих играх такого жанра. Врага надо добивать. О, энергия. Здесь стал какой-то. Кузай. Фига себе. Не свали, не знаю. Было. Так и блин. Снова еще больше замок не раскирачил. Гады. Обед улетел. О, еще обед идет. Пережить не надо. Неохота. Обед жить не охота. А, нет, уже охота, кстати. Сдох, обед. Напрочь. А, нет. Нет, остался обед. Живой еще, свеженький. Побитый немного, но свеженький еще. Кто дерево рубил без моего разрешения?
Такой, немного придавило. 2 тонны. Здрасте. А вот я должок. Ты мне должен новый замок. Большой и красивый. Пожалуй, твоей брони и жизни достаточно. Иди к сюда. Иди сюда. Я тебя еще не убью. Вот теперь тихо начал. Иди сюда. Я с тобой не договорю. Отдай мне твою броню и жизнь. Эти. Ой. На, кстати, по-моему, можно было схватить. Не надо. Тихо, сука. Ой. Не надо. Опять. Да ты не думай, я сейчас схвачу. А чё, нельзя схватить? А, не тоже. Хватит меня тебя. Сюда, я... О, один диф... Упс. Дай мне слово. О! Иди. Дай. Отдай мне свой нож. Чёрт, типа... Я тебе морду расквашу. Да иди. Расквашу там. Знать. Да я всё равно отхилюсь. Оп. Не надо мне... Я говорю, не надо мне. У тебя есть разрешение на моей жизни? Я так и думаю. Умри. Упс. Да иди. Иди-ка сюда. Да не такой ты крутой. Христос об омнимало те дефендат. Maledicti et excommunicati. Te cui stres? Tutti storum factorum Dei nomi. I was like you once. But your God showed me another path. Messias, Emmanuel, Soter, Salahot, Agios, Inkiros, Athanatos, Jehova, Adonai. Оба, да. That's why такой, что-то тут обо. Вот это удар был. Какой мощный. Вообще. Так, крест, допустим, забрали. Теперь у нас красивый.
такой красненькой. Расплавленный ему, блять, но ладно, пойдет. Такой здрасть. Приехали. In ages long past, there was once a В общем, что могу сказать об игре? Она интересная будет, если в нее подольше поиграть. Она уже в начале затеки, по сути. Да. Так уж покупайте, играйте, не то, что она плохая, она хорошая. For even after defeating the Lords of Shadow, ну, покойники-то её оценят, а... His soul was consumed by the very darkness that he sought to destroy. As that ancient prophecy foretold. Whomsoever defeats the Lords of Shadow, will sit upon their throne, to rule as the Prince of Darkness. Как он стал, вампиром, Before fate had played its hand, and unknown to Gabriel, His beloved wife, Marie, conceived a son by him. The Brotherhood of Light warned her of that ancient prophecy and the terrible fate which lay before her husband. So, with heavy heart, she concealed her pregnancy. For it is written that only the blood of that lineage has the power to defeat the Prince of Darkness. Thus, when newly born, the child Trevor was hidden from his father and raised a holy warrior of the Brotherhood. In secret, so that one day he would be ready to stand against his own blood, as foretold. That day would come, some 25 years later, for what had once been Gabriel Belmont was now a powerful vampire known as Dracula, the Dragon. The Brotherhood of Light fought against the onslaught of his dark armies, which laid waste to towns and villages across the land, but to little avail. Trevor was now fully grown to manhood, and the truth of his origin and destiny of the Belmont clan was finally revealed to him. So he set out to confront his father and end his family shame forever. But Trevor failed and was mortally wounded in the confrontation with his father. He was no match for Dracula's terrible power. Yet, as he lay dying, Trevor finally revealed his true identity. Dracula was driven mad with grief and rage over the revelation. He desperately sought to save his dying son by giving him his own lifeblood. But it was too late. So he thought. Dracula buried his son within the walls of his great castle, and then swore bloody vengeance upon the world. Raising an army of creatures beholden only to him, Или отравил. Не знаю. Не понимаю. И то ли прослушал, то But fate still had one last card to play. Dracula's blood had power, and that power now coursed through the veins of his dead son. Slowly reviving over many years, until one night he emerged once more into the world, not as a man. But as a creature like his father, what had once been Trevor Belmont was now gone forever. He was now a vampire like his father, though he swore that he would not be like him. He would take the name Alucard. He would be a force for good, opposing his father's capacity for evil. Кстати, для тех, кто не знал, Alucard swore to destroy Dracula. Если читать имя Дракулы наоборот, то получается Алукард. But fate had something else in mind. Meanwhile, Trevor's own son grew into a fearsome warrior with a reputation that far exceeded even that of his illustrious father. Simon Belmont knew little of his own lineage, nor his importance in the events to come. All he knew was that his mother had died at the hands of Dracula's minions when he was but an infant. And his father had been killed in single combat with Dracula.
found and raised by the people. А первая, вторая части там, потому что я точно тоже помню, что там был Саймон Бейли. To destroy Dracula for the murder of his parents. В первом, втором состязании, который вышел на ИИС, Саймон set off for Dracula's castle. Значит, and a date заявляет with destiny. Точно не буду. Once in the castle, Simon met Alucard, and knowing little of the true identity of his companion, joined forces with him. Blood bound them together, and fate took a hand once again, as finally they met their dreaded foe in mortal combat. Simon defeated Dracula with his whip, and yet Alucard sensed that all was not as it should be. Ну да, про Кастельванию первую и вторую там немного упомянули. Ну, про первую, это точно. Много лет спустя. Ну вот. В принципе, если не ошибаюсь, это уже ближе к нашим временам. Заглаживания нету. Сразу видно. Ну это я, наверное, выключил. У меня по умолчанию, наверное, был. Не в курсе. Такой, оп. Уже высохший весь. Надь, приснилось ему прошлое. Ну да, он уже весь высохший, к чертям. Седой. Роберт Карлайн. Патрик Стюарт. А, нет, Стюарт. Да, пусть. Наташа... Не успею. Так, Ричард Мэдден. An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobak. Zobak. Where have you been all this time? And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Don't you dare call me that. Isint Dracul. Назови меня Дракул. Что? What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. Help me stop him. А, все равно буду Кастельванию два раза проходить. Может быть, даже больше. Ну, два раза точно. For all eternity. Без русификатора один раз. Может быть, даже подольше сюда поиграю. С русификатором. Без русика мне очень интересно, потому что я не понимаю половину того, что нам талдичат. Да. Вот он, дом Дракула, так называется, нашего Гейбрила. Да, наши дни. Так, такой спустился
Не молодой. Уже. Старенькой. Да жалко его немножко. Чем-то. Чем-то даже его жалко. Help me, and I can free you of your immortality. Помоги мне, я смот такой, ладно. На этом мы уже заканчиваем. Возможно, будет прохождение от меня Castlevania World of Shadow 2. Возможно, его не будет. Ладно. И что могу сказать? Эта игра стоит того, чтобы в нее поиграть. Жду русификатора. И, скорее всего, когда выйдет русификатор, я уже буду проходить Castlevania World of Shadow 2. Да. А сейчас всем спасибо, кто смотрел. С вами был Данте и Castlevania World of Shadow 2. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Ссылки в ВКонтакте. Конечно, покупайте Castlevania World of Shadow 2. Первый. Может, не первый, кстати. Тоже хороший. Да, всем спасибо, всем пока.